Почти на 30 тысяч гектаров увеличились леса Тверской области за последние 3 года. Таковы итоги работы по переводу участков сельхозназначения в лесфонд, которые были рассмотрены на заседании Межведомственной комиссии по земельным отношениям при правительстве региона, которое провел губернатор Игорь Руденя. Глава Верхней Волжи назвал эту работу одним из важнейших условий выполнения задачи развития и декриминализации лесного комплекса, поставленной президентом страны. Заросшие сельхозучастки вовлекаются в работу, предоставляются лесопользователям. Таким образом, обеспечивают сырьем деревообрабатывающие предприятия и предотвращаются незаконные рубки. Напомним, что только в прошлом году статус лесфонда получили 25 тысяч 400 гектаров заросших площадей. В нынешнем году только в Торопецком районе планируется провести аналогичную работу на территории размером в 93 600 гектаров.